Ежегодно 6 июля в стране отмечается День столицы. В честь этого события в парке первого президента страны состоялся праздничный концерт под названием «Енселе Елордам». Творческая молодежь города продемонстрировала свои таланты пришедшей публике. В концерте участвовали не только профессиональные артисты нашего города, но и талантливая молодежь, посещающая музыкальные и хореографические кружки. Пришедшие на концерт зрители по достоинству оценили выступления талантливых артистов города. Концерт им пришелся по душе. Поздравляю всех казахстанцев с этим прекрасным праздником. Концерт мне очень понравился. Танцевальные коллективы зарядили энергией, а зажигательные песни подарили прекрасное настроение. В ходе праздничного мероприятия также проведены спортивные соревнования и тематическая выставка, посвященная столице Казахстана. Ринар Рахматуллин, Азат Байтемир, Жамбыл Ньюс.